Прежде всего, я предлагаю свою шаштанну Дават Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нити лилы правишты Ом Вишнупада, что Тарашата Шри, Рупа Нугачари Вари, Шрилы Бхактивиданты Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Dharma Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of us, Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам у лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей Шри Рупа Нуги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the Samul Vaishnavas. В завершение предлагаю свои поклоны всем Вайшнам и Вайшнаме. So, under the causeless mercy of Sri Gauranga Gauranga, gradually we have been hearing the prayers of Satyavat Rishi and how he's progressing from the stages of expressing verses, describing the stages of surrender and Dasya Bhav, the Sakya Bhav, Vatsalya Bhav, and the prem, and finally Madhuras, and the peak of Madhuras,
That is Radhika herself. Обеспеченной милостью Шри Гуру Гуранги мы снова и снова слушали нити Сиддха молитву, которая проявилась в сердце Сатьяврата Риши о том, как постепенно в процессе своих реализаций он выражал разные эмоции, различные. Сначала выражал самопредание, шаранагати, затем он выражал дасья бхаву, сакья бхаву, ватсалья бхаву. Постепенно он дошел до уровня, перешел уровень бхавы, достиг уровня премы, и затем стал прославлять уже наивысшее проявление премы, любовь Шримати Радхике. So we have arrived at the subject of Radha Tattva. И мы приблизились к теме Радха Таттвы. Радха Кришна айчи сада экай сваруп лила рас ашвадите даре дуэ руп. Radha Krishna, I just said ek swarup. Radha and Krishna are one reality, one tattva. Radha Krishna это эко сварупа, одна сварупа, одна реальность. But lila rasa ashwadite dhari dvirup. They have manifested in two forms in order to relish the rasa of their lila. Но ради вкушения рас своей лилы они проявили две формы. So mrigam vada tara ganda jaychi na vichet. Agni jalatai kabu nahi bed, just like kasturi, that is a musk, and its fragrance are non-different. Подобно тому, как мускус и его аромат не отличны друг от друга. Just like fire, and its light can never be separated. Подобно тому, как невозможно разделить огонь и его свет. So in the same way, Srimati Radhika and Krishna, they are. Abhed, they are non-different and inseparable. Радика и Кришна неразделимые, они абхед, неотделимы друг от друга. See, Krishna Swarup is a Satchidananda Vigraha. Сварупа Кришна это Сатчитананда Виграха. So the Ladini portion of his Swarup is called the Mahashakti. Их Ладини, составляющая его Сварупа, называется Махашакти. It is the energy that gives pleasure to Sri Krishna. Энергия, которая доставляет удовольствие Шри Кришне. When that energy is within him, his Swarup, he is self-satisfied, and he experiences Swarup Ananda. Когда эта энергия присутствует внутри его, он самоудовлетворен и испытывает Сварупа Ананду. But when that energy manifests outwardly, outside his Swarup, then it becomes, that is a bhakti. Но когда эта энергия проявляется вне его сварупа, то это называется бхакти. And it also gives him pleasure, called Swarup Shakti Ananda. И она тоже доставляет ему удовольствие, которое называется Сварупа Шакти Ананда. So his pleasure potency within him gives him Swarup Ananda, and his pleasure potency manifested in separate forms gives him Swarup Shakti Ананда. То есть то, что он испытывает, когда Халадини Шакти в нем пребывает, это Сварупа Ананда. А когда она проявляет внешнюю форму, это Сварупа Шакти Ананда. So the Puranas give an example, simple example to illustrate how the Swarupa Shakti Ananda is superior to the Swarupa Ananda. И Пураны приводят простой пример, чтобы проиллюстрировать эту идею, донести до нас, почему внешнее проявление Халадини Шакти Кришны превосходит над удовольствие, которое она ему доставляет, когда она проявляется извне, превосходит то удовольствие, которое он испытывает от Сварупа Ананды. Because it's a mystery, the same energy in him has come outside. Это непонятно. So you would think the energy within his Swarup will give him the same happiness as the same energy when it comes out from his Swarup. But actually, there is a speciality in the Swarup Shakti Ananda, which is so wonderful and so intense that it leaves Krishna hankering for that all at every moment. Это мистерия, потому что это одна и та же энергия, которая присутствует в нем, то почему, когда она проявляется внешне, как она способна доставить ему больше удовольствия, чем когда она внутри его сварупа, и почему ему так хочется все больше и больше вкушать это удовольствие. So just as when you breathe and you feel some happiness of your breathing, but when you blow that same breath into a flute, now it can take the form of music, and this music in different ragas may make you laugh, may make you cry, may make you feel thoughtful, and so many varieties of emotions. It's the same air, but now it has so many effects that were not possible before. Ваше собственное дыхание, когда вы дышите, вам доставляет, конечно, удовольствие, что вы живы, вы дышите.
Но когда то же самое дыхание проявляется в форме, когда вы дуете флейту и извлекаете мелодию из флейты этим же самым дыханием, то эта мелодия способна играть на струнах сердца, вызывать радостные эмоции, печальные эмоции, трогательные эмоции. То есть вызывать совершенно иной спектр переживаний, эмоций, которые вы не испытывали, когда вы просто дышали этим воздухом. So, ladhidhira sara prem, prema sara bhav, bhava paramakasta, nama mahabhav. Mahabhava swarup sri radha takurani, savaguna kani krishna kanta shiromani. Srila Krishna Sarvaj Goswami is saying, the essence of this ladini, pleasure potency, is prem, love. Кришна Даска Раджа Свами говорит, что эссенция этой хладини шакти это према, любовь. And the essence of this love is bhav. Эссенция этой любви это бхава. And the essence of this bhav is mahabhav. Эссенция этой бхавы это махабхава. So, one type of bhav is the stage before prema. Одна разновидность бхавы это этап любви до проявления премы. And the other type of bhav is the bhav that comes after prems, nayaman, pranayaman. А другая бхава, о которой идет речь, это великая бхава. At the highest level of anurag, anurag becomes bhav. Предел анураги, когда анурага переходит в бхаву. So this bhav is the synonymous with mahabhav. И вот эта бхава, это синоним махабхавы. Here the word maha acts like the word swayam. Swayam bhagavan. You have bhagavan and swayam bhagavan. То есть слово Маха действует как Сваям, то есть есть Бхагаван, а есть Сваям Бхагаван. So actually this Бхав and Махабхав, they're not two things, only we tell Махабхав to say Сваям Бхав. This is the highest condition of ecstatic love for Krishna. Это уже Бхава с большой буквы, то есть Махабхава, то есть предел любви. So this Махабхав, which is love in its abstract sense takes on a tangible form. Когда эта любовь из своей абстрактной формы принимает внешние очертания. And that form is a feminine form. Женского пола. So that is called the Mahabhava Swarupa. Ее зовут Махабхава Сварупа. Mahabhava Swarupa. This is the feminine embodiment of Mahabhava. То есть это женское олицетворение этой величайшей любви Махабхавы. And who is that? Кто это? Mahabhava Swarupa Sri Radha Thakurani. Radha Thakurani. Shrimati Radhika. Shrimati Radhika есть это олицетворение величайшей любви. So just like a doll who is made of sugar, is only sugar inside and outside. Wherever you taste, top, bottom, food, the left, right, everywhere, only sugar. So in the same way, Radhika is Mahabhava Swarup. She is made of this. Mahabhav, the highest essence of Krishna's pleasure potency. That's the identity of Radhika. Сахарный леденец, отлитый в форме пупсика или куклы, он сладкий и сверху, и снизу, и сбоку. То есть где бы вы ни откусили, там везде сладость. И Радика таким же образом полностью состоит, соткана из Махабхавы. So, Sarvaguna Ghani, Krishna Kanta Shiromani, she is the, like a deep mind of unlimited jewels of the her various qualities and attributes. Она кладезь сокровищ удивительных качеств. She's a deep mine of all the transcendental virtues. Кладезь всех трансцендентных самых сокровенных качеств. And Krishna Kanta Shiromani, she is the crest jewel of all Krishna's beloved. Наилучшая, она жемчужина среди возлюбленных Кришны. Kanta means who fulfills all the kama, Kanta. All the desires of Krishna is Kanta. Kanta, так то исполняет все камы, все желания Шри Кришны. So Kanta is not Kamini. Kanta не является Kamini. Kanta, lover, female lover, the heroine, is not Kamini. She does not have any desires to fulfill of her own. She, her whole existence consists of fulfilling Krishna's desires. Канта это героиня, она не камень, у нее нет никаких своих желаний, она не преследует никакие корыстные желания, она существует исключительно ради того, чтобы исполнять разнообразные желания Кришны. So Kanta does not mean камень, it means премика. То есть она Канта не означает камень, а означает премика. All the various gopis of Braja, are her
Кая Вьюха Руп. И все в Раджа Гопи это ее Кая Вьюха, проявление Радики. Her main manobritis, her eight main psychological tendencies have become Lalita Vishakha Chaitanya Prabhulata Induleka Tunga Vidyaranga Deva and Sudevi. Восемь главных манаврити, психологических состояний приняли внешние очертания, внешние формы ее восьми саки, Лалита, Вишакхи и так далее. So, in order to fulfill all the desires of Sri Krishna, and in order to love Krishna in so many different ways, simultaneously, Radhika has become all Braj Gopis. Чтобы услужить Кришне всячески, во всем разнообразии одновременно, Радика приняла облик всех этих Враджа-гопи. Ананда чинмая раса пати бхавита абистхави я эйва нижа рупа тая калави. Radhika is Krishna's nija rup, his own form, manifest. Radhika это нижа рупа Кришны, проявление его собственной формы. Kalabi and the other gopis are the kala, the portions of Radhika's swarup. Kalabi, остальные гопи это частичные проявления сварупы Радики. So yesterday we were discussing. What is this Mahabhava? Вчера мы начали обсуждение того, что такое Махабхава. Anuraga svasamvedya dasha prabha pakashita yavad ashraya pratishtet bhava ityapidhiyate. So the Mahabhava has three symptoms. Махабхава проявляется в тремя симптомами. The first is the svasamvedya dasha. Первый это svasamvedya dasha. So we gave some outline. Вчера мы сделали общий обзор того, что такое свасамедья даша. So, it has three сварупс. У свасамедья даши есть три сварупы. So, first, bhava swarup. Bhava swarupa. That is, that by the influence of Ladini Shakti, there is an extreme utkanta, eagerness in Krishna, in Radhika, to taste the sweetness of Krishna. Под интенсивным влиянием Ладини Шакти у Радики возникает сильнейшее желание вкусить сладость Кришны. But it is so intense that the awareness of Krishna and of herself disappears, and only the act of tasting remains. Состояние настолько интенсивное, сгущается, что Радика забывает о том, кто она, и о сладости Кришны, и только вот это само состояние вкушения остается. So, anyone of this world they cannot imagine. Это недоступно понимание никому. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna himself was experiencing it. Но сам Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался этим настроением. When he was in the Gambhira with Swarup Damodar and Rai Ramananda. Когда он находился в Гамбире со Сварупой Дамодаром и Рай Раманандой. Rai Ramananda was reading his own poetry he had composed. Рай Рамананда цитировал свою собственную поэзию Чайтанья Махапрабху. And Mahaprabhu, upon hearing it, then he was experiencing this bhava swarup of the Mahabhava. И слыша это, bhava swarup of anurag. Поэзию Чайтанья Махапрабху вкушал бхава сварупу анураги, Махабхавы. What? Radhika wrote a letter to Sri Krishna before they had the chance to meet. Еще до первой встречи Радика написала письмо Кришне, записку. Radhika to try to, she was so desperate to meet with Krishna, she wrote a letter to him and sent it with one of her sakis. Она была так влюблена в Кришну уже в таком отчаянии, что она решилась на такой шаг. Она написала записку Кришне и передала со своей саки. So this already is a very desperate and dangerous thing for a coolest, a respectable married. A girl in Vedic culture to do. Это очень рискованный шаг уже для девушки из доблестной семьи, из династии Кулас Три, такой добропорядочной девушки, которая замужем написать любовное признание в любви кому-то. It already shows that she's become mad. Уже указывает на помутнение рассудка. Because the most painful thing for a young woman in Vedic culture is not death. Death is not so pain. What is painful is that all the Gurujan, the seniors of society will despise you because you have become unchaste. Самое ужасное. It's worse than death. Для девушки из добропорядочной семьи, живущей в контексте ведической дармы, это не смерть. Смерть не так страшна, как порицание со стороны общества, со стороны старших за недобродетельное поведение. So, raga, one of the symptoms of raga is that which is the cause of the pain
becomes a cause of happiness. Один из симптомов. Or that which would ordinarily be the cause of happiness becomes cause of pain. Одна из особенностей раги — это то, что обычно бы было причиной боли, становится причиной радости. И наоборот, то, что обычно было бы причиной, поводом для радости, становится поводом для страданий. So one of the meanings of Yavanashray Vritti, alternative meaning, is that anurag takes shelter of its ashray. The shelter of ashray is rag. And so the yavat, the fullest extent of the ashray is manifest, that is, that one feels a happiness in that which would ordinarily be worse than death. И одно из значений Явадашрай Врити, то, что анурак принимает прибежище у своего ашрая, ураги. То есть то, что обычно было бы поводом для страха и ужаса и позора, становится источником радости. So one Sakhi named Madanika delivered this letter to Krishna, but Krishna, he wanted to do prem pariksha, test the love of Radhika, and he rejected the proposal. Подружка Радики Маданика побежала к Кришне с этой запиской, но Кришна хотел совершить парикшу, то есть проверить, действительно ли Радика любит его, и демонстративно фыркнул и ответ это ли письмо. And when Radhika's love was unreciprocated, she became in the most pitiful condition. Когда Радика узнала, что он не ответил ей взаимностью, то она пришла в плачевное состояние. So at that time she was weeping. Она разрыдалась. And Sri Chaitanya Mahaprabhu has expressed her mood. Чайтанья Махапрабху выразил ее эмоции. Dekinu bangsi padane, yetse kali aila dui vahiri, ananda aramadan, hari nila moraman, dekite na painu netrabhari. Oh Sakhi, I have never seen Krishna. Радика сказала: Саки, я никогда не встречалась с Кришной. How is that? Я никогда не видела Кришну. Because whether I was awake, jekale vasvapane, whether I was awake or even in a dream, when Krishna came before my eyes. Я никогда не видела его, будь то во сне или наяву, когда Кришна представал моему взору. And I saw Krishna holding his flute to his lips. И я видела, как он держит флейту у своих уст. Then immediately they say, Kali, Ayla, Dui Bhari, two enemies came in front of my vision. Тут же двое врагов представали передо мной. One was Ananda. Один враг это Ананда. And the other was Madan. А второй Madan. So Ананда means joy. Ананда это радость. And Madan means Cupid in the form of a very intense utkanta, the thirst, eagerness to please Krishna. А второй это Madan Cupidan, жажда усладить чувство Кришны. So Ananda Aramadan, Hari Nila Morman, and they stole my consciousness. Они похищали мое сознание. My mind was gone. Он покидал меня тут же. So I could not see him, and I could not even see me. Я никогда толком не могла рассмотреть Кришну и даже не осознавала себя в этот момент. Dekhte na painu netrabhari. So I never filled my eyes with Krishna's beauty. I've never really seen. Не удалось насытить свои глаза красотой Кришны. So this is the Bhava Swarup. И вот это Bhava Swarupa. That due to the intense eagerness to serve and please Krishna, then the experience of Krishna disappears. The experience of oneself disappears, and only the act of tasting remains. Из-за интенсивной любви вот это состояние Радика забывает о себе, вообще утрачивает даже восприятие красоты Кришны, просто остается сам акт восприятия. So Ananda or Madan, Ananda means the action of Ladini Shakti. Ананда это влияние Ладини Шакти. And Madan is the utkanta, the eagerness of Radhika to serve him. А Madan это жажда Радики услужить ему. So this is the Bhava Swarup. Это Bhava Swarupa. Anurag. Anuragya. Then Karan Swarup. Karan Swarupa. By the influence of Samvit Shakti, Krishna's sweetness is experienced. Под влиянием Самвит Шакти испытывается сладость Кришны. Actually, Rati, Prem, Snayam, all the
Stayibhars, from the beginning, from Rati, they're all Swasamvedya in one sense. Все этапы развития премы, то есть от бхавы, премы, дальше снеха, они все являются в какой-то степени свасамведья. Свасамведья means self-revealing. Самопознающие, самооткрывающиеся. And the ladini shakti, the that means that they're self-revealing means they're not dependent on other things. Они самопроявленные, означает, что они не зависят ни от чего другого. Bhava is not even dependent on Krishna. Bhava не зависит даже от Кришны. To be there. От его присутствия. So in separation, bhavas are coming. That means the experiencing the ladini, experiencing the pleasure of love for Krishna. The word rati actually means pleasure. So there's a happiness in the love for him, even if you're not experiencing him. Rati означает удовольствие. So that's called swasamvedya. It is known by itself, even without any object. Это удовольствие не зависит от физического присутствия Кришны, потому что оно удовольствие воспринимается даже в разлуке, просто при мыслях о Кришне. So that is done by ladini, and samvit makes one aware of Krishna as an object. Ладини доставляет вот это, создает эти настроения удовольствия, а самвит помогает осмыслять, осознавать объект Кришну. So in rati or bhav, shuddha sattva visheshatma means essence of samvit and ladini. Бхава проявляется как эссенция слияния самвита и хладини. So the samvit aspect makes the devotee, in this case the gopis or Radhika, gives them awareness of Krishna's sweetness. Самвит-шакти помогает Радике и другим гопи осмыслять, осознавать сладость Кришны. So then the karma swarup. Карма сварупа. The sweetness of Krishna is tasted by the samvit aspect. Сладость Кришны вкушается посредством самвита. And ладини both together. Самвит and ладини both together. Совместными усилиями ладини и самвит. So what happens is when Krishna's sweetness is tasted, the ладини is increasing the bliss. И когда сладость Кришны вкушается, so samvit is giving awareness of Krishna, and because samvit and ladini are together, the ladini is increasing the bliss. То есть это осознание самвит, а ладини усиливает чувство удовольствия и радости. So then, when Krishna's sweetness experiences the love of Radhika or Gopis, когда сладость Кришны чувствует себя объектом любви, радики или других гопи. Then Krishna's sweetness increases. И эта сладость начинает расти. So this is a mystery. Это тайна. In the Rasalila it is said that Tatra tis tu susubai tabi Bhagavan Devaki Sutta Madheha Maninam Haimanam Yata Mahamarakato Yata. It means that when Krishna was dancing with the gopis, в описании Расалилы говорится, что когда Кришна танцевал окруженный гопи, then he became not shobha beautiful. То говорится, что он не стал шобха красивым. Not sushobha. Very, very beautiful. И не сушобха. He became ati sushobha. Extremely, extremely, very, very beautiful. There's no words. Чрезвычайно, чрезвычайно. In Sanskrit, you can pile up the prefixes. Сверх, сверх, сверх красивым он стал. Татрати сушубейтаби. He looked so beautiful when he was with the gopis, just like the Mahamarakata, an emerald. If an emerald is set in gold, it looks more beautiful. Он выглядел как прекрасный изумруд, обрамленный золотом, потому что золото придает особую красоту изумруду. So emerald is green. Изумруд зеленый. So that means there was a, though Krishna is bluish, due to the golden aura of Braj Gopis, he looked green surrounded by them. Каким образом он стал зеленым, когда он обычно цвета шьям? Это потому что золотая аура гопи накрывала его таким образом, что. But in the presence of the gopis, he takes on a beauty which is the he does not have without them. То есть, но рядом с гопи он становится неописуемо красивым. Обычно он не такой красивый, как он становится сверхсверхкрасивым рядом с гопи. When see Krishna disappeared from the rasa. Потому что когда Кришна скрылся с расалилы. And gopis were weeping gopi geet in separation. И гопи рыдали и спели гопи гиту в разлуке. Krishna came back. Кришна вернулся. Suddenly appeared there. Неожиданно он появился. Тасама вирабут шори смаяманам камбуджа питам барадрасаки сакшат манмата манмата. He was сакшат манмата. It means at that moment
That was Krishna had never been so beautiful ever before. Тут подчеркивается, что он выглядел так прекрасно, как он никогда в жизни не выглядел. Because Brajgopi's love had never been so high. Потому что любовь Брадж-Гопи никогда не была такой сильной. Brajgopi's separation had never been so high. И до этого их чувство разлуки никогда не было таким. Their eagerness to see him had never been so high. То есть их желание увидеть его никогда не было таким интенсивным, so в этот момент. Then, when he appeared, поэтому когда он вернулся к ним, then the gopis by their anurag, they tasted the sweetness of Krishna, and the sweetness of Krishna tasted their anurag and was increased. То есть получается, когда он вернулся, гопи своей интенсивной анурагой стали вкушать его сладость, а сладость почувствовала себя объектом этой анураги, стала наслаждаться этой анурагой и становиться все сильнее и сильнее. So, see, Krishna is very beautiful. Кришна неописуемо красив по природе. When he's playing with his friends. Когда он общается с друзьями, играет с ними, он прекрасен. He's more beautiful when he's in the lap of Mother Yashoda. Еще более красив, когда он на коленях мамы Яшоды. But he's incomparably more beautiful when he's in the presence of Brajagopis. Но его красоту невозможно описать, когда он находится рядом с Брадж-гопи. And he's most beautiful when he's with Shrimati Radhika. Но самый красивый Кришна становится, когда он вместе со Шримати Радхикой. So the way by which a living entity can experience Krishna's beauty in its topmost state is to become the like the shadow of Radhika. Единственный способ для живого существа, для дживы вкусить во всей полноте сладость Кришны, это стать тенью Радики. Not to see Krishna separately, but to always see Krishna when he is bathed in the aura of Radhika. То есть всегда быть. And then he takes on his most sweetest form. То что сладчайшее проявление Кришны это когда он с Радхой, поэтому доступ к этому имеется только если оказаться всегда рядом с Радхой, видеть его таким. So by the combination of the Samvit and Hladini. Посредством комбинации Самвита и Хладини. Then Krishna's sweetness is tasted, and the anurag, the love increases, and Krishna's sweetness also increases. Сладость Кришны вкушается, и красота Кришны, его сладость чувствует анурагу и становится от этого интенсивнее. Now we have still not come to Swasamvita Dasha. Но мы до сих пор еще не. One last. Не разобрались в полноте в Свасамвите Даши. We have to add. Последнюю идею надо объяснить. And that is that the anurag gives new experience at every moment. Анурага все время создают чувство новизны и свежести. So, see, in psychology. Психологии. They have an idea about cognition. Есть теория, когнитивная теория. Cognitive theory, how do we learn things? То есть как мы познаем, теория того, как мы изучаем что-то, как мы познаем что-то. So persons can learn things, memorize things, develop understanding and skills in a particular way. Есть разные способы обучения, то есть познания чего-то, изучения, запоминания. But a person can learn how to do this. То есть человек может обучиться, как что-то делать. But a person whose consciousness is more expanded and more deep. Но тот, чье сознание более раскрыто и глубже. They can have a metacognition. У них таких людей есть мета. That means the person is not only experiencing or learning, but they're aware of their own process of experience. Что человек не только что-то. That's called metacognition in modern psychology. Изучает, но одновременно в процессе изучения он осознает, каким образом он это изучает. So this is the difference between the person whose consciousness is gross, they're aware of things, but the person whose consciousness is higher, they're aware of their own awareness. То есть человек с раскрытым more self-aware. Сознанием, он самоосознающий, не только осознает то, что он изучает, он еще осознает себя в процессе этого изучения. So in Mahabhav, в состоянии Махабхавы, the Bhava Swarup becomes the object of Anurag itself. Бхава Сварупа становится объектом познания самой Анураги. So Anurag, which causes the experience of everything new. И Анурага, которая несет с собой новизну и свежесть. So the act of tasting Krishna is itself seen new at every moment. То есть сам процесс познания Кришны, изучение его, восприятие его все время вот освежается. And the anurag itself by which Krishna is tasted.
И сама анурага, посредством которой Кришна вкушается. The love itself is tasted by anurag, tasted by love itself. То есть любовь уже начинает вкушать саму себя. So the anurag itself is already increasing. То есть анурага растет. The love is already sweet. Любовь уже и так сладка. But when that love, which is already sweet and beautiful, is being seen by love that sees everything as newer and newer and increasing. Then this is another. This is the Mahabhav. То есть вот это потрясающе, что любовь уже прекрасная, уже идеальная, совершенная, но когда любовь начинает еще наблюдать за собой, познавать себя, вот это метакогнитивное состояние, то тогда уже создается невероятное ощущение вот этой постоянной новизны, обновления, сладости, и вот это Mahabhava. So when anurag is tasted by anurag. Когда уже анурак становится объектом познания самого себя. So that means the subject of the sentence is anurag, love. And its object is anurag. То есть существительное уже анурага и дополнение уже это тоже анурага. And that anurag is tasted with anurag. И анурага познает себя посредством анураги. So when the anurag becomes a subject, the object and the instrument, then the bhav, it becomes mahabhav. И когда анурага уже становится существительным, сказуемым и дополнением, то это уже mahabhava. So now this state of consciousness of Braj Gopis becomes incredible. И вот это состояние Брадж Гопи невозможно описать словами. The first symptom is nimesha asanata asanna janita ridvilolanam. Nimesha asanata. The inability to tolerate the passing of the blinking of an eye, a moment of separation from Krishna. Cannot tolerate the blinking of eyes. Для них уже нестерпимо даже моргнуть на одно мгновение. So Śrīla Viśvāchārya Thakura raises a point that Śrīla Viśvanātha Chakravarti Thakura задает следующий вопрос. In anurag, there's a symptom prema vaichitya. В анураге есть симптом проявления према вайчити. In prema vaichitya, there is such eagerness to taste Krishna's sweetness that a person cannot taste it all at once. It's too much. So the buddhi focuses on only one quality of Krishna. В анураге возникает такое желание вкусить сладость Кришны, что невозможно впитать всю эту. От интенсивности анураги невозможно впитать всю его сладость одновременно, приходится фокусироваться, делать зум-ин на одном каком-то качестве, на одной черте лица. The other qualities go out of focus and disappear. Все остальное как покрывается туманом, то есть в фокусе только одно качество. Then that gopi wonders, where did Krishna go? И вот сфокусируясь на чем-то одной составляющей Кришны, гопи начинает переживать, что сам Кришна пропал. And the feeling of separation comes, even in Krishna's presence. Она пугается, а где Кришна? Потому что она уже перестает всего Кришну осознавать, и возникает состояние вот этого страха разлуки, несмотря на то, что Кришна физически рядом. This may seem to be something greater than not being able to tolerate the separation from the blinking of an eye. Это может показаться чем-то более превосходным, чем невыносимость вытерпеть моргание век. But this is not a fact. Why? Но все же, Шанат Чакравати Такур объясняет, что это не так. Because a person, even out of an ordinary person who has strong love for someone, can feel if they're together with someone in a state of confusion, fear of separation. Даже в этом мире, когда любовь очень сильная к объекту любви, человек может даже во время встречи испугаться, страшиться чувства разлуки, очень расстроиться от состояния разлуки. That's possible. Это возможно и в любви в этом мире. But the blink of an eye is so fast. Actually, no one even notices it. Моргание век происходит настолько так невероятно быстро, никто даже заметить не может. So for the love, for one's consciousness to go into such a zone where the blinking of an eye becomes a long time, this is completely impossible. So by measurement of impossibility, the nimesha asanata, the intolerance of the blink of an eye, is many, many times more impossible than feeling separation at the time. Поэтому с ракурса статистической невероятности, вот эта невероятность того, что кто-то будет переживать по поводу того, что он моргнул, и это так долго длится, это невероятно в этом мире. Это состояние недоступно никому тут, а состояние чувства разлуки во время встречи гораздо более вероятнее, и по вот этому сравнению,
конечно же, вот эта невыносимость моргания век является более превосходным симптомом, более сильным проявлением любви. So this is only present when the anuraga attains the states of swasambhaga dasha. Now this is just a completely different plane of awareness. Это может произойти только тогда, когда анурага достигла состояния свасамведя даши. So the second symptom is asanjanita ridvilogan, that it churns the hearts of anyone who is present. И второй симптом это то, что вот эти состояния, эти эмоции начинают сильно влиять на сердца всех присутствующих. So that is a symptom of the Yavadashra Iriti. Бередите эти сердца, вот это влияние Yavadashra Iriti. Yavad means as much as. Yavad в той степени, в которой. Ashray. That means as much as one is ashray, a repository of bhakti. В той степени, в которой кто-то обладает бхакти. So there are different levels of devotees. Так как есть разные категории, разные уровни преданности. So as much as one is an ashray of devotion. В той степени, в которой кто-то является серьезным, преданным Кришне. Then tavad briti. To tavat means to that extent, so you have it as much, then tavat, to that extent, the vritti, that means the action of the Mahabhav comes to that person. То в той степени тогда вот эта функция Махабхавы переходит в сердце этого человека. В той степени она будет оказывать влияние на его сердце. So this is an example of samas, a compound, where one of the words in the compound has Это пример словосочетания, в котором одно из слов было отброшено, утеряно. So Yavadashray Vritti really means Yavadashray Tavad Vritti. Yavadashray Tavad Vritti это должно было быть. Just like if you say Dadyodana, Dadi means yogurt and Odana means rice. Dadyodana, yogurt, рис. So Dadyodana means yogurt, rice. Dadyodana это yogurt, рис. But it doesn't mean that the yogurt is made of the rice, or the rice is made of yogurt. Но это не значит, что йогурт сделан из что-то рисовый йогурт или это йогуртовый рис. Dadyodana means dadna upasikta odana. Dadna means by the yogurt. Upasikta odana, the rice has been soaked. So the rice has been soaked in the yogurt. Йогурт рис это словосочетание, в котором одно слово упущено, замочен, то есть рис, залитый йогуртом. So in the compound dadyodana, then the word upasikta has been. Это слово замоченное упасикта, оно упущено в этом слове. So in the same way, yavadashray vritti means yavadashray tavad vritti. Так должно было быть yavadashray tavad vritti, а стало yavadashray vritti. It is not yavadashray tavad satta. Это не yavadashray tavad satta. That means, as much as one is devotee, then the very existence of Mahabhava will come in you. То есть тут не значит, что в той степени, в которой человек предан, эссенция Махабхавы перейдет к нему. This is not the meaning, because that would imply that that person already had this Mahabhav, because of Bhav is self-manifest. So if the person already had the Bhav, then by Yavadashray Vritti, it would cause that person Bhav that they always already had to appear. Understand? Yeah. You're saying that would imply that that person already had that Mahabhava? Yes, yes, yes. Это будет подразумевать, что Махабхава уже была в сердце этого человека, так как Махабхава сама проявлена. Just like in the Parakya Rasa. Например, в Parakya Rasa. There are so many obstacles. Множество препятствий для встречи существует. And because of these obstacles, all this love goes to the highest point. Из-за вот этих преодолевая эти всяческие препятствия ради того, чтобы быть вместе, любовь достигает высоких уровней. But the obstacles are not the cause of the love. The love is already there. The obstacles are the cause of the love manifesting because it's already there. Но препятствия они не являются причиной интенсивности любви. Любовь уже интенсивна. Препятствия просто дают возможность внешнему проявлению интенсивности любви, чтобы она стала очевидна, насколько это сильная любовь. Она является причиной этой Just like if an elephant is going mad in a street and he's turning over all the market stalls. So the market stalls are not the cause of the elephant's strength, but they're the cause of his strength being known to himself and to others. Подобно тому, как если разъяренный бешеный слон стал бегать по базарной площади и хоботом и ногами там бросать все, валить всякие ларьки и так далее, вот эти ларьки не являются причиной силы слона.
это просто не позволяет всем дать понять, насколько силен этот слон. So here the word vritti does not mean satta existence. Поэтому vritti тут не подразумевает существование. Here the word vritti means vyapar or kriya, action. Подразумевает вьяпа или крию, действие. In other words, there's an action of this bath on that person. It's not that it awakens the same bath that was already in them, but not manifested. Надо понимать, что эта бхава не была в человеке, который начинает испытывать, что она просто проникает извне, эта бхава в сердце, влияет на него. And the action of Radhika's bath will affect the person depending, yeah, but that's right. Depending on how much devotion they have. Это махабхава Радики, то есть это влияние ее бхавы, но она проявляется в сердце в той степени, в которой личность предана Радике. So Srila Raghunath Das Goswami has described how one can best receive this experience, the influence of Radhika's Mahabhava. Goswami описывает, как наилучший способ, каким образом человек может стать объектом. Madisha nata tvai praja vipina chandram bhajamanei swarim tam nata tvai tadatula sikitvai tulalitam vishakan shikshali vitarana gurutvai priyasaro garindro tat praksha lalitara titatvai smaramana. O my dear mind, always remember, Madisha nata tvai praja vipina chandram bhajamanei. There is a person who is like a moon illuminating the forest of Vraja. Всегда помятуя личности, которая подобно луне озаряет лес Враджа. And he is the Nath. Он Нат. He is the sweetheart. Он возлюбленный. And he is the beggar of prem. И of Madisha, that means my Swamini. И попрошайка любви моей госпожи, моей Свамини. In other words, we never think of Krishna. Мы никогда не думаем о Кришне непосредственно. We never think of Krishna. Никогда внимание прямо на Кришну не направляется. We always think of Radhika and think of Krishna through Radhika's the praying for him. Всегда любовь идет через канал Радики, то есть через Радику направляется любовь и сева Кришны. So Madisha means my Swamini. Madisha, моя госпожа. And the Nath, the Lord of her heart. Is Krishna. Властелин ее сердца это Кришна. So that the beautiful moon of the forest of Vrindavan has the quality of Madisha Natattva. И вот прекрасное. Нататтва. То есть у Кришначандры есть вот это удивительное качество того, что. So Madisha Natattva, Braja Vipina Chandram Bhajamane, then the next thing. Ishwarim and Radhika is my Ishwari. Radhika моя Ishwari. Taduta Atula Sakitva Tulalitam. And Radhika's incomparable friend is Lalita. Ее непревзойденная подруга Лалита. And Vishakan Shikshali Vitarana Gurutva Ipriyasaro. And my guru in the learning various services to Radha Krishna is Vishakha Sakhi. И моя учительница во всех искусствах, формах служения Радхи Кришне это Вишакха Сакхи. So we have just sang this song, Charata Purusha Abhiman. Мы сейчас пели Чарата Пуруша Абхиман. And Srila Bhaktivinoda Thakur is expressing these sentiments also. Эти настроения Шрила Бхактивинода Такур выражает в этом киртане. Чарата Пуруша Абхиман. Today I have given up my Purusha Abhiman, that is the ego of being the exploiter of Prakriti, the external energy. Сегодня я избавился от Пуруша Абхимана, от эго того, что я могу эксплуатировать материальную энергию. I am not the taster, I am not the controller, I am not the master of any material energy, not even not my body, not the outer world, not my body and even not my mind. Я осмыслил, что я не действующий, не наслаждающийся, ничем не повелевающий этой материальной энергией, ни своим телом, ни окружающей средой, никакой контроль не могу оказывать на материальной энергии. So, in chanting the holy name, Srila Bhaktivinoda Thakur has gone deep in chanting. Повторяю свои имена, он погрузился. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama. King Kori Hoyalu Aji Khan, O Khan, Krishna today. I became a king kuri, maid servant. Кришна сегодня стала твоей служанкой. In the forest of Vrindavan. В лесу, в рощах Вриндавана. Raja Bhikkhunai Sakhi said, I'll go along with the Sakhis. Я отправлюсь вслед за Сакхи. And Sevana Karavu Radhanath. Oh, Radhanath. Here, Radhanath Madishanathatve. Oh, Radhanath Madishanathatve. The beloved of Radhika. Возлюбленный Радхи.
there, in the capacity of servant, I will pick flowers and make a very beautiful garland of jasmine flowers with tulsi manjaris, fragrant tulsi manjaris. Исполняя свои обязанности, кинкари, я буду делать гирлянду из жасмина и свежих бутонов манджери. And such a very exquisite and gentle mood Srila Bhaktivinoda Thakur is expressing here. Такое изящное настроение выражает Шрила Бхактивинода Тхакур. He said, once in the form of Kamala Manjari, once my garland is ready. В форме Камала Манджари я завершу делать эту гирлянду. Then, with the greatest respect, I'll put it into the hands of a Sakhi. И с величайшим почтением я вложу эту гирлянду в руки старшей Сакхи, Лалиты или Вишакхи. And being very humble, I'll be in the distance. И соблюдая этикет, кроткость и субординацию, я отдалюсь и стану на расстоянии. And I'll watch with great amazement as that Sakhi comes and puts the garland around the neck of Krishna or Radhika. И отдалившись на расстояние, с восхищением буду наблюдать за тем, как эта Сакхи подойдет и оденет эту гирлянду на Кришну или Радхику. Then the joy of that Radha Krishna accepted my service. И тогда я буду ликовать от того, что мое служение пригодилось Радхе и Кришне, что моя сева была принята. Afterwards, that Sakhi will come to me. Позже эта Сакхи подойдет ко мне. And say, Shuno Sundari. И скажет, послушай. Oh, beautiful Kamala Manjari, listen. Красивая Камала Манджари. You should stay in this kunj and be my assistant. Оставайся жить в этой кунже. My king queen. И служи со мной, будешь моей прислужницей. Every day you should make the beautiful garlands for Radha Krishna. Каждый день ты должна делать свежие гирлянды для Радхи и Кришны. Which are vimohini, very enchant Radha and Krishna. Чтобы они пленяли их своей красотой и ароматом. When Krishna will take the fragrance of the tulsi manjaris in the garland, then. Чтобы Кришна хмелел от аромата этих. Krishna's mind will become the tulsi manjari. So then that Sakhi will say, "Don't worry about anything. The burden of your life." Whatever you need, I'll take care of everything. И ни о чем не волнуйся, я буду тебя содержать и обеспечивать всем необходимым. Будешь жить тут со мной. This kunj is my kunj is your kunj. Это моя кунжа, это будет и твоя кунжа. At the time of for serving Radha and Krishna, you should stay very close to me. И всегда будь рядом со мной, когда ты служишь. You should prepare tambul. Ты должна каждый день готовить тамбулу. So Lalita Sakhi is especially also. Teaching the mandaris how to prepare tambul for Radha Krishna. Лалита знает лучший рецепт тамбулы, она обучает мандаре всегда как приготовить тамбулу для Радхи Кришны. And prepare the kharpur, camphor. И заготавливай камфору. And then you should give it to me. И все сделанное, и все приноси эти ингредиенты мне. And you should always think that you are mine. И считай себя моей. So then, Bakri Nod Sunibhati saying, then when this Sakhi was very lovingly giving Kamala Manjari opportunity to serve Radha and Krishna in different ways, hearing these nectarine words, услышав слова, эти нектарные слова поощрения from the lips of a Sakhi like Lalita Sakhi, из уст этой благосклонной любящей Сакхи, которая позволяет then Sakhi Padai Kari служить Радхе Кришне. Then I am bowing down at the Sakhi. Камала Манджари склоняется. Сакхяя тейбама намосту намосту нитям. Сила, the maid servants have a lower status than the Sakhis. Служанки кинкари Манджари занимают более низкий социальный статус, чем Сакхи. So they're bowing down to them. Поэтому они кланяются им. Very, very sweet. Очень сладко. But it means that tambulapana bhadam adana payodana visaradidi. Vrindaranya Vaisarim Priyataya Yastho Shanti Priya Prana Prista Sakhi Kulad Apikilasan Kochita Bhumika Bhekeli Bhumish Rupa Mandri Mukasta Dasika Sangsraye. When Radha Krishna retire from there singing and dancing with other gopis and they retire alone to a kunj, at that time those Sakhis will retreat to a distance and the Manjaris may follow them into the kunj to serve them in their very personal and private moments. Но несмотря на более низкое социальное положение, они занимают более высокое положение по севе, потому что после того, как Радика и Кришна, наобщавшись вдоволь со всеми, уединяются в кунже для своих интимных лил,
то Манджили разрешается сопровождать их и всячески служить им там. So, Rupa Goswami says, Chittvaryarapi Sanjaya, Sanjayandarat, Hihaha Brahman, Daham Yodare, Guyo Bi, Navaraga Ingala, Varai Shingara Karyukrati. That when Radha and Krishna come together, it is as if their hearts melt and they become one. Когда Рада и Кришна встречаются, кажется, что их их сердца тают, они становятся одним сердцем. That means that Krishna also has the Mahabhava and Swasamvedya Dasha. Это значит, что Кришна тоже испытывает Свасамвидья Дашу, свои Махабхавы. And Krishna becomes in that very astonishing state, a metacognition, where he is experiencing his own love for Radhika with newer and newer by the action of his own love. То есть Кришна тоже испытывает эти удивительные состояния того, как его любовь вкушает его же любовь к Радхе. So that's why he said, Yatavaka Swapati Bimba Bibrahma, that they are now embracing, touching, talking with each other. Like a child playing with his reflection in the mirror, like it's not two persons. Поэтому и говорится вибрам, что они в таком состоянии, они касаются друг друга, ласкают, смотрят друг друга в глаза, но это подобно тому, как ребенок, который играет собственным отражением в зеркале, потому что они чувствуют себя одним целым. Jo yo bihari chahi so so pyari kari. So whatever Krishna wants, without saying, Radhika is doing. And whatever Radhika wants, without saying, Krishna is doing. То есть, что бы Кришна ни пожелал, ни слова не говоря, Радика исполняет и его желание. Параспара васи бхавати шай. There's a great increase of ras because now both are under the control of each other. Сейчас у них они на одной волне находятся полностью, они взаимно поглощены друг другом, и поэтому Кришна исполняет любое пожелание Радики. Не дут бейда абаман. Means and they. The sense of being separate from each other is washed away. То есть они не чувствуют никакого различия между друг другом. Then, by Yavadashvai Vritti, the Vritti is spreading out to the Manjus of close enough to watch. Но вот эти состояния, которые они испытывают по Yavadashvai Vritti, начинают расходиться к рядом стоящим Манджури, которые наблюдают за встречей Радхи и Кришны. So, because the Kriya, the action of this Mahabhava is going in them, so they need to obey Dabhavan, they also feel. I am not different from Radhika and Krishna. Вот это так как Махабхава касается их сердец, они тоже чувствуют, начинают чувствовать это единство себя с Радхой и Кришной, себя не отличными от Радхи и Кришны. So also whatever Radhika wants, whatever Krishna wants, they are doing. И они исполняют. Automatically. Автоматически начинают исполнять любые пожелания Радхи и Кришны, чувствуя их сердца. So Radha Krishna reclining together and Manjus are coming. Some are fanning, some are singing, some are massaging their lotus feet, and all are like one. Они становятся одной реальностью. То есть Радика Кришна после своих интимных игр отдыхает, расслабившись на ложе, а Манджури некоторые омахивают их чамарами, кто-то поет, кто-то массирует стопы. То есть все происходит спонтанно, все чувствуют пожелания друг друга и And the love that each and everyone is experiencing by their love, which is making the love which is nur and nur and nur also experience nur and nur. То есть это каждый испытывает эту любовь, и та любовь, которую испытывают все участники этих лил, то любовь испытывает тоже эту любовь и обновляет ее. The love that makes its object, Radha and Krishna nur and nur, is tasted by the love that makes that love nur and nur. То есть та любовь, которая делает Радху и Кришну все новыми и свежими, воспринимается той же любовью. So Srila Raghunatha Goswami is saying. Sakya Tema Mana Mostunu Mostuni, I bow down again and again to the Sakya. But Dasyaya Tema Rasostu, Rasostu Saktam. Why is he saying Rasostu, Rasostu? Two times. Because there is the newer and newer experience of Radharani and then the newer and newer experience of the love for Radha and Krishna also. Rasostu, Rasostu. Saktam. Он использует слово «расосту» дважды. Почему два раза? Потому что это чувство обновления, новизны снова появляется. So this is why in the arti we singing Sri Radha Madhava Pada Sarasya Ashay, always desiring the lotus feet of Radha Madhav, Bhaktivinoda Sakhi Padi Sukhe Bashi, and under the shelter of the Sakhis,
Then Srila Bhaktivinoda Thakur is Sukha Bhasha. It's a floating in joy. То есть Бхактивинода Тхакур плавает в океане радости под руководством Сакхи, снова и снова жаждет служить лотосным стопам Радхи Мадхава. If you're in a river and floating, that means you are not moving. You're being moved by everything. То есть если вы плывете в реке, то вы сами не двигаетесь, то есть вас несет поток реки. So when the Yavadashai Vritti of Radha and Krishna both comes to them, then they are floating. What am I doing? I don't know. Only everything according to the desires of Radha Krishna, the savor is going on. И Манджири ощущает это состояние, что они просто в потоке любви, в потоке севы, что это все происходит само по себе, они ничего не делают. So samarpayitumunnatujvarasamsvabhaktisriyam, this is the gift that Chaitanya Mahaprabhu came to give. Это тот дар, который Чайтанья Махапрабху пришел дать. It is incomparable. Это что-то непревзойденное. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Hare Vrindavan Bihari Lal ki jai. Hare Sanyavan ki jai. Jai Jai Sri Ram.